Приятно победить, конечно, в такой матче, где мы, к сожалению, не очень хорошо начали первый тайм. То есть ни в коем случае наш актив его не можем записать, потому что многие вещи, которые говорили, к сожалению, не получились. И по-настоящему реально нас там очень много простил соперник. Но, тем не менее, радует, что в этой непростой ситуации не пали духом, что называется, смогли вести игру в том ключе, в котором нам дальше нужно. Очень хороший второй тайм, за него парней похвалил. То есть во всех, считаю, компонентах мы там превзошли как бы соперника. И, наверное, все-таки заслуженно победили, несмотря на то, что было очень много моментов у наших ворот.